Привет, пацаны. Короче, я решил все-таки записать вторую часть. Начинаем с того же момента, на котором мы закончили, собственно. Вот, наша латиночка за пытается заходит в кафе. Ты просто учишься жить с ней бок о бок, вот и все. И не знаю, может, это была усталость, холод или что-то еще. Говорит. Но я точно помню дурное предчувствие. О странных вещах, о каком-то странном предчувствии, которое я все время ощущала. Ну и что? Блин, почему она тоже... Почему все в этой игре похожи на бурятов? Возможно, это потому, что я живу в Бурятии, и как бы для меня все люди буряты, и... Ну, глаз наметан, так сказать. Добрый вечер, инспектор. Ладно, а что ж, не будем увлекаться буритянизмом, ну, и просто посвятим себя игре и будем расследовать дело. Нашел тело в уборной. Ну, молодец. Это было очень сложно сделать. Что? Конечно, на улицу сначала посмотрим. Прежде чем я нашел тело, ушел один клиент. Это блеск. Чем убили жертву? Вот, да. Судя по моим наблюдениям, ножом. Но лучше подождать. Ножом убили жертву. Ну, это хорошо. Хорошо, что не износил. А, ладно, не буду. Так, что ж, ну, спросим про жертву. Его звали Джон Уинстон. Его звали... ну, Кейт, прикольное имя. Но теперь я все больше думаю, что он бурят, потому что... Ну, что? За каким столиком сидел подозреваемый? Да. Он сидел вон за тем столом. Вон за тем. А, ну ты отлично показал. Я сразу понял, на какой... Да, и это официантка. По-моему, это думаю, вам очевидно, что это официантка, если черт. Если позволите, инспектор, я попрошу вас не слишком на нее наседать. Я не собираюсь на нее наседать, я просто спросить у нее хотел или хотела, не знаю, вести ли мне диалог от монолог, скорее, от лица этой мулаточки, или говорить, ладно, не буду об этом. Что? Этот символ? Можете переключить? Ну, блин, круто. И что? Фак. Эй, я не туда нажал. Не то. О, нашел. Так, не, надо сначала у тёлки, наверное, спросить, что нужно делать. Я ненавижу этим заниматься. Что? Нашел что-нибудь, Тайлер? Да, конечно, нашел. Для этого нужно смотреть в оба и не засыпать. Да, чувак, а ты очень любишь спать, работать, как видно Тайлер. По тебе. Продолжай работать, Тайлер. Ну ладно, буду работать, что ли. Пойду осмотрюсь, буду делать грязную работу. Я ведь негр, и поэтому я обязан делать грязную работу. Что ж, зайдем, посмотрим. Что-то как-то тут грязно. Ладно, не суть. Посмотрим на кровь. Может быть, нигер ее полижет, потому что, ну, он же негр, ему все равно... Не... А, да, вот он даже потрогал, кровь. Его убили не в кабине. Давай облизывай. Убийца затащил туда тело, чтобы его спрятать. Да ну, блин, по-моему, как бы... Ай. Ладно, не суть, что же. Так, осмотрим, что у нас тут. Ай, ну, нигеры любят, как бы в грязном... Тайлер, и чем же ты занимаешься? Вот да, тёлка задает правильный вопрос. Ты как думаешь? Мораешь руку. Чувак, я не знаю, чем ты занимаешься, но, по идее, тут должен где-то нож лежать. Я сейчас прошёлся по... А, да, вот он, вот. Появился... Мать твою за ногу. Появился... Вот, стоп. Вот, нашел я ножик. Он лежит здесь. Если только тут нет банды, которая прячет в уборных окровавленные ножи, то, наверное, я нашел орудие убийства. А ты юморист, чувак. Отлично. Банда, прячущая ножи. Да, это очень смешно. А мулаточка или буряточка, я не разбираюсь. Продолжает говорить всякую ахинею. Так, что же, осмотрим труп. Возможно, его можно будет помацать. Не знаешь, его семья уже... Странно. Что? Ну, у него при себе кредитка и сотня долларов. Я думаю, как ты это увидел, чувак? Я понимаю, что у негров наметан глаз на то, что увидеть богатеньких белых людей, но... Так что ж, осмотрим. Может быть, здесь что-нибудь есть? Знаете? Знаете, да. Да, тут есть толкан. Можно, может быть, сесть на него можно? Нет, просто смыть. Но там не было говна, я проверил. Ладно, не суть. Так что же это? Ну, в общем, это все, наверное. Пересядем в бабу, можно так сказать. Что, ты уже смотрел, иди ты в задницу. Выйдем отсюда и опросим свидетелей, что ли. Это, по крайней мере, логично. Я знаю то, что вот тут был один чувак, который... Тайлер, я посмотрю, нет ли чего снаружи? Вот, вот, это правильно, я тоже посмотрю. Так, тара-та-та, тара-та-та-та-та-та. О, бомж. Здорово, чувак. Добрый вечер, сэр. Ну, типа того. Привет, знаете, по-моему, он из России. По крайней мере, все мои соседи так выглядят. Холод. Холодно? К счастью, мне есть чем согреться. Чувак, ты точно из России. Нам тут холодно, и мы все равно знаем, чем согреться. Кстати, где он взял такое дорогое бухло? Ладно.
Меня зовут Карло Валенти. А тебя? Как тебя зовут? Меня? Как же меня зовут? Иван Петрович. Ну, скорее всего, я предполагаю это просто. Возможно, тебя так зовут. Возможно, не так. Я оставляю это на совести людей, которые его назвали. Я прослушал, как его зовут, но... Он опять сюморил, насколько я понял, но ни хрена не расслышал, потому что он что-то, блин, совсем тихо он стал говорить. Баба, что у тебя с лицом? Ладно, чего ты ухмыляешься? Постарайся найти местечко потеплее. Эй, что за хрень? И себя. Эй! 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 Подошла обратно! Тупая овца! Блин! Ненавижу игры, ненавижу эти куски сраного говна. Почему? Да потому что, блин, он явно видел какого-то чувака, который был тут. Шикарно просто. Только изнутри. Шикарно. Просто потрясающе. Бля, блин. Может постучаться? Блин. Блин. Ну, блин. Блин, не хочу идти. Эх, осмотримся, что ли. Блин, чё-то как-то скучно. Даже очень. Побежать, что ли? Или не бежать? Эй! Эй! Эй-эй-эй! Ладно, я просто подумал, что она будет расстраиваться. Поэтому... Ну, все бабы расстраиваются, поэтому. Ну, потому что когда еще на вороте ходит или тому подобное. О, кровь. Это весело. Кровь. Это весело. Я нашло. Нашла. Я не знаю, как, в каком лице я себе говорить. Так, возможно. Возможно, я найду следы еще. Тут есть что-нибудь? Чё-то я не вижу. Ни хрена. И тут. Ладно, пойдем обратно. Все равно ничего не найду. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ах, слава богу, тут-то могу зайти. И она не будет снова расстраиваться. Так, пообщаемся с людьми. Пообщаемся с людьми, так сказать. Блин, давай уж как-нибудь поговорим. Вот, да, вот так. Поговорим с ними, что ли? Привет, Гарит. Привет, Фрэнк. Как дела? Привет, Карло. Привет, Карло. Карна? Ну, Карло? А, что Карло. От слова карлик, она низкого роста, понятно. Мы уже почти закончили. Ждали вас, чтобы узнать, когда можно будет забирать тело. Забирать тело. Да забирайте, когда хотите, мне, собственно, плевать. Ладно, так, тут... смотрим счет. И то, что он хавал. Блин. Опа, книжек. Книга. Буря Шекспира. Горе или буря? Довольно странно, что убийца читал такую книгу. Почему? Ты что считаешь, что все убийцы тупые? Снимешь с нее отпечатки? Сделаю, Карла. Блин, по-моему, тут для того, чтобы снять отпечатки, дофигища вещей абсолютно. Он оставил еще чек. Ну это просто гениально. Оставляет чек, там есть где-то кого-то убил. Чашка кофе и газировка? Странно. Или он любит кофе? Или же он был не один? Нужно будет спросить у официантки. Официантки. Мулатка хочет что-то спросить у официантки. Ну ладно, я не против, нужно что-то спрашивать. Поэтому, что типа, давай поговорим с тобой, женщина. Кейт. Кейт. Я следователь Карло Валенти. Господи, боже мой, уберите, она даже страшнее этой бурятки. То есть одна бурятка страшнее другой бурятки. Да, конечно. Что? Ладно, давай, говорим о жертве. Джон был завсегдатаем. Каждый понедельник заходил. Всегда заказывал одно и то же и давал на чай. Вы можете рассказать мне о посетителе, который ушел перед тем, как нашли тело? Обычный парень. Я на него даже внимания не обратила. Что делал тот мужчина перед убийством? Он сколько-то здесь просидел. По-моему, он читал. Книга под столом. Наверное, это он ее оставил. Как он выглядел, Кейт? Да, думаете, как он выглядел? Я надеюсь, вы о человеке, а не... Я видела его всего пару секунд. По-моему, он среднего роста, довольно молодой. Охрененное описание. Это все, что я запомнила. Таких ведь людей мало. Ах, ладно, кого его можно в этом винить? Вам как не показалось, что Джон и подозреваемый были знакомы? Нет. По-моему, они не были знакомы. Когда пришел Джон, тот парень уже здесь сидел. Они друг с другом не разговаривали. Но это ты, блин, заметил. Ну не заметил, как выглядел этот парень.
Ты просто гений. Ты просто гений. Джон был один? Он с кем-нибудь разговаривал? Джон всегда приходил один. Мы болтали с ним о погоде, о его работе. И все. Он больше ни с кем не разговаривал. Он больше ни с кем. Хватит ныть. Ох, сколько же, господи, тут много диалогов разных. Это что-то прям уже немножко напрягает. Ладно, на самом деле не напрягает, довольно занимательно. Нет. И, кстати, если вы думаете, то, что играть скучно вообще ни разу, ну, точнее, в самом начале может быть скучновато, но потом найдется такой экшон, что просто, ну, весело, короче, будет. Кинцо настоящее, очень любопытно причем. Что смешно, то, что эта игра делалась под PlayStation 2, то есть вы понимаете, да, старая мыловаренная фабрика. Обычно по будням тут тихо. Я просто болтала с Мартином у барной стойки. Я даже не видела, что Джон встал. Джона встал? О, боже мой. Сложно было заметить, если он сидел, потому что обычно можно спрятать. Кейт, возьмите себя в руки. Прошу вас. Вы наш главный свидетель, так что нам очень нужна ваша помощь. Моя смена подходила к концу, и я болтала с Мартином у стойки. Джон встал и пошел в туалет. Наверное, тот парень последовал за ним. Когда он вышел, я заметила, что он не платил счет, и я за этим слежу. Вот так бы ты и начинала говорить, вместо того, чтобы рыдать и плакать. Что было дальше? Как делала вся женщина, наели уже тупые твари. Он оплатил счет и ушел. Я поняла, что произошло только когда Мартин нашел тело Джона. Нашел тело Джона? Ужас. Блин. Перед тем, как подозреваемый пошел в уборную, вы не заметили в его поведении ничего странного? Нет. Хотя да. Нет, хотя да, блин, отвечал бы сразу да. Спросить, не нужно ли еще что. А он не ответил. Просто сидел и смотрел прямо перед собой. Странно. Потому что не нужно до него допытываться. Потому что, блин, он не хочет ни с кем говорить. Это так сложно понять, да. Как думаете, вы смогли бы познать подозреваемого? Никогда не забуду его лицо. Отлично. Но при этом ты вообще ничего про него не рассказала. Что за говно? Робот-убийцы. Да. Я сделаю все, чтобы помочь вам его поймать. Но при этом ты ни хрена не запомнила и не рассказала. Ну что за параши? Надеюсь, вы найдете этого подонка. Вонючая жаба. Надеюсь, вы найдете этот подонка. Надеюсь, тебя найдем, блин. В наших силах, чтобы его найти. Теперь идите домой и попытайтесь немного поспать. Мартин вас проводит. Если честно, я вот сейчас несу всякую хинею, но на самом деле игра довольно атмосферная, поэтому ты как будто погружаешься в такой очень запутанный, таинственный нью-йоркский ночной снежный холодный детектив. И это довольно любопытно и интересно. Доброй потому ночи. Что, ну блин, всегда интересный сюжет и интересно узнавать, и к тому же вполне интересно погружаться в такую довольно отчужденную, холодную атмосферу. Это ведь довольно круто, как вы считаете? Ты готов ехать, Тайлер? Думаю, я видела все, что нужно. Ты уверена? Мы можем еще раз все осмотреть, если хочешь. Нет, я не хочу ничего осматривать. Нет, все хорошо. Поедем. Поехали домой. Хорошо, едем. Пора возвращаться. Я смертельно устала. Я тоже смертельно устал. Что ж, подходим к машине и садимся. И уезжаем, наверное. На этом, собственно говоря, наверное, вторая часть моего прохождения Фаренгейта закончена. Если и она наберет неплохие просмотры, то я добавлю третью, четвертую, 27-ю и 45-ю часть. Именно в такой последовательности. А те, что будут между ними, я выкладывать не буду, я же не полнейший дебил. Ну что ж, вторая миссия закончена. И, если честно, она должна довольно сильно заинтриговать тех людей, которые играют первый раз, потому что это на самом деле круто. И вот та кинематографичность, которой нам описывают происходящее, она очень занимательна. Поэтому я абсолютно полностью советую вам эту замечательную игру, потому что, ой, зачем ты повернулся на бурят? Потому что она очень интересная, и я уверен, вам она понравится на самом деле. Вот наш бурят проснулся, видать, у его женщины месячные были, у двух его женщин были месячные. И он по этому поводу очень сильно расстроен. А нет, он даже не замечает этого. Ну что ж, бывает. Ладно, собственно говоря, на этом моменте я оставлю игру, оставлю вас. И если вам эта игра понравилась, если вам понравился ролик, если вам понравился бурят, у женщин которого месячные, то ставьте лайки, там, подписывайтесь на канал или что-то типа того. А пока этот чувак сидит на диване, я заканчиваю запись. В общем, до скорой встречи и пока!